дипломы и грамоты, их много. Видно, ТВ неоднократно доказывал, что один из лучших телеканалов Московской области. Светлана Авдонина и мечтать не могла, что однажды окажется на студии «Видное ТВ» и окунется в творческую атмосферу создания телевидения. Такая возможность ей представилась благодаря активной жизненной позиции. Видновчанка увидела в социальных сетях объявление о старте фотоконкурса, посвященного мотобольной команде «Металлург», и, не раздумывая, приняла участие. Я посещаю достаточно много матчей с участием видновского «Металлурга». Это сила, мощь, это драйв, это сильный мужчины. Фотоконкурс «Металлург One Love» в социальных сетях «Видное ТВ» стартовал в сентябре. Приурочен он был к выходу нового реалити-шоу «Большой мяч» о жизни видновского мотобольного клуба «Металлург». Участникам было предложено разместить свои фотографии, связанные с этим видом спорта. Победитель выбирался из числа тех, кто выполнил все правила. Торжественное награждение состоялось на студии телеканала. Светлану Авдонину поздравил президент мотобольной команды Валерий Нефантьев. Он вручил победительнице памятную книгу о клубе, где свои подписи оставили все игроки «Металлурга». Авдонина Светлане Сергеевне от спортивного клуба «Металлург». Ну и здесь ребята все расписались. Очень приятно. Поэтому... Благодарю. Ценные очень. Очень ценные, да. Спасибо. Спасибо вам большое за участие. А директор салона красоты, который стал генеральным спонсором проведения фотоконкурса, подарила Светлане ценный приз за победу. Рады были тоже поучаствовать. Удивительно, что победительница, конечно, девушка, тоже наш профиль. Подарили ей сертификат, которым она может воспользоваться на свое усмотрение, либо там привести детей, либо прийти сама. Я думаю, что ей понравится. Мы салон общего такого профиля. Как оказалось, Светлана Авдонина – болельщица со стажем. Будучи уроженкой Коврова, где так же, как и в Видном, развит этот вид спорта, она с детства увлекается игрой в мяч на мотоциклах, поэтому свою победу считает заслуженной и очень рада такому вниманию. Я очень рада, что теперь посетим новый салон и будем читать книгу «Металлурга» и с удовольствием изучать мотоциклы и смотреть на сильных дяденек. Реалити-шоу «Большой мяч» на «Видное ТВ» выходит каждый первый четверг месяца. В нем мы приоткроем закулисье видновского мотобола. Юлия Погосян, Александр Логинов, Екатерина Довлятова, «Видное ТВ».